Это подарки от Деда Мороза. Посмотрите, сколько. Какой же ты большой! Какой ты красивый! Ну-ка, повернись, я на тебя посмотрю. Строим мы праздничек! Ну-ка, покажи, что за подарок у тебя. Ой, какие красивые, вау! Покажи-ка. Какая зефирка. Ребята, всем привет! Алис сегодня участвует в спектакле танцев. Вот спектакль будет происходить здесь, я вам его сниму, сколько смогу. А пока что мы сейчас ее немножко подкрасим, да? О, давай! Что у нас тут есть, смотри. Где-то помада. Не все накрасили, только она. Помада твоя. Сейчас глазки тебе подрисуем. Я сейчас помогу тебе. Ну как, пойдет? Покажись, ребята. Вот такая кикиморка у нас с зеленой подводочкой. Алиса играет кикимору в спектакле. А вот посмотрите, девочки играют снежиночек. У нас сегодня спектакль новогодний, будут снежинки и кикиморы. А еще будет Баба-Яга и Дед Мороз, да, Алис? Ну беги, играй. Ну-ка, покажись мне, кикиморка, повернись. Вот такая, смотрите, у нас кикимора зелененькая в костюмчике. А вот посмотрите, здесь парик Бабы-Яги. Но сейчас я покажу вам самое главное, ребята. Посмотрите сюда. Это подарки от Деда Мороза. Посмотрите, сколько. А ты не подглядывай. Иди, беги скорее репетировать. Алис пошла репетировать. Здесь такой буфет. Я вам потом покажу. Много вкусняшек. Конфеты трескают. Ах, вы сладкоежки. Посмотрите, сколько деток пришло на спектакль посмотреть. Вау. Детишки нарядные, некоторые в костюмах карнавальных. Все по-русски. Нормальная елка. Это снежный звездопад. Я веселые снежинки нарисую на картинке, чтобы летом и зимой были звездочки со мной. Снежинки, картинки, взгляни поскорей, у каждой по 6 серебристых лучей. И каждый серебряный лучик зимы заколдованный ключик. Thank you.
когда идешь, скрипит. Да? Правда, снег скрипит, когда ходим по снегу? А почему у нас снег скрипит? Кто к нам пришел? Какой же ты большой! Какой ты красивый! Ну-ка повернись, я на тебя посмотрю. Как, сколько снега, снежинки поработали с метелицей. Такого большого снеговика детки слепили. Ну просто красота. Что народу-то столько? Покажи, кого из ЖКС компьютер. Сейчас мы погуглим. Ага. Так. Слушай, какой она неважная. Где тут интернет в этом лесу, а? Что за фирма такая? А! Так. Сегодня у детей Новый год. Ёлка, праздник. А нас никто не звал, как обычно. Мы-то не приглашены. Ну ладно. Устроим мы праздничек. Ты думаешь, как? Да, как? Как? Не мешай, я думаю. Думаю. Что думать? У меня Google есть. Гага, смотри, кто есть. Мама Яга! Ты где? Ты в снегу?
опасные вещи, все опасные. Ой, пардон, пардон, пардон. Привет, родная. Деточки мои. Деточки, мы тоже косоклоняшек. Любимки мои. Внучки. Внучки, любимки мои. А это кто? Это мой новый бойфренд. Бегит. По-русски понимает мало, зато я говорю по-французски. Вообще бессмертный. Жантикасу. А что мы тогда? Мы же собрались Снегурку колдовать. Так, цепаяш. Мы тут пробежались по магазинам самым лучшим. Вибра. Аксион. Да. Симон. Симон. Так, иди сюда. Значит, вот такое колдовство. Сегодня 365-е. Держите. Держите. Видите, как хорошо держится. Значит, так. Становитесь там. Становитесь там. И как только я скажу абракадабра, мы начинаем волшебство. Абракадабра. Ну что вы, как спектакль, как праздник? Понравился? Классно?
Ну, молодцы, девочки. Классно танцевали, такие умницы. У нас сегодня еще одна репетиция. У нас еще не репетиция сегодня. У нас сегодня еще один спектакль, ребята. Вот сейчас Николь с Алис перекусят. Посмотрите, у нас мы взяли им такие пирожки, пенсосис, пироженки у нас тут, да, и пирожки. Вот наша еда. Вот здесь буфет. Мы сейчас перекусим и... Будет второй спектакль. Поиграете, а потом после перерыва второй спектакль. Ты сок взяла, да? Покажи, какой. Где? Вот здесь вот. Вот здесь, зайка, дырочка. Нет, куда? Вот здесь дырочка, давай. Показывай. Это зачем, Алис? Всех перепутала, ну ты даешь. И вот так мы проводим время между двумя спектаклями. Это конфеты или печенька? Конфеты. Это как зефирка. Смотрите, зефирка такая. Давай я тебе открою, давай. Покажи-ка. Какая зефирка. Вкусно? Алис, устала ты, моя зайка. У тебя еще второй спектакль. Терпите, что ж делать. Готовимся ко второму спектаклю. Алис, ты будешь краситься или нет, Лапуль? Алис. Алис на какой-то тачке тут катается. Что ты там нашла? Посмотрите, косточки, бабы-яги здесь валяются. Ты будешь подкрашивать глазки или не хочешь? Беги, мадам, тебя он накрасит. Иди. Давай. Алис, все, побежи. Ладно. Ну вот, ребята, Алис готовится сейчас к следующему спектаклю. Да, это следующие игры. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Балет Алис. И всем пока-пока. Пока-пока, ребята, с Новым годом. И всем пока-пока. В каком зале?